книгу. Чё, возьмём? Так я знаю, как это дюпать, зачем мне это. А зачем это? Нет, это не дюпа. Ну блин, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать на три. Ну, у меня еще куча. Ой. 480 штук наборов. А зачем мне? На выживаемость прокачайся. Ты так? Потом я за... Помнишь, мы на парковке были? Mm-hmm. Вот. Yeah. Это тоже... Чё, в смысле, не понял. Ну, понял. Вот, нам давали набор выживаемости. Потом мы сдавали его, чтобы получить выживаемость. Там 2000 дают. Мы и так получаем их. Ну, рано или поздно, да. Так что можешь собирать все это, нам не надо. Да, его можно продать? Не, оно не продается. Не, ну, блин, не надо, значит. Могу кликер скин. Или деньги скин. Нам ничего не надо. Не. А, постой, хочешь еще покажу, Фокс? У нас одна немного клюшка для гольфа и сковородка, все, нам больше ничего для жизни не надо. Нам вообще чизеров не надо. Так, а это намор выжившего, это у нас что? А что это? Причес. А, у них еще куча. Так понятно, что у тебя куча-то. Что делать с помощью дюба? Это, блин, быстро. Я их не дюпаю, да, хотя вот что если защитить. Сейчас нажать Shift Tab, тут есть руководство, как дюпать. Там на... сразу же. Я тебя вообще огорчить, это не дюпное. Не дюпное, да. Надо будет твоего секретами. Времени. Если ты это все сам делал, это прям вообще это. Только времени тратить. Ай. Оу. Но все равно отлетают с одного выстрела. С ними интересно играю. Кидать, кидать. Его выгнать надо, если мне интересно. Ну вот. Ну тоже вот самое, типа, нам сейчас ты давал. Да, навыки. У нас легкое приземление. Кушает вот. Урон, падение меньше. Надо. Знаете что? Давай, давай. Если нам еще какую-то пушку отдашь, что ли? Нет. Просто экскальбур. У меня сковородка. Самая лучшая вещь — это сковородка по голове. Могу скинуть золотую сковородку. У нас есть сковородка золотая. Ой, я вижу, что потерял. Скорее всего, это было когда-то в Люши. Да, надо их пинать, пинать. Оп, стой. О, тут что-то есть, точно, это что-то есть, должно быть. Yeah.
вот кладовщик. А, из забор тут горячий. Испытание полный газ. Для одного бага. Для выхода из за карту. Вообще надо просто найти это место. Я пойду его искать. Ночью. А, ночью надо найти пульт. Пошли отсюда, здесь только ночью. Ну, раз ты так хочешь. Ой. Я нечаянно, ну ладно. Отменить игры. Я отменил. Я да. Тоже отменил. Ладно. Я кто-то потом. Устал, бедненький, да? Чёрт. Меня подставили. Заново выиграл. Отлично. А сюда все равно только ночью идти. А как ночью перемотать по-быстрому? А заснуть? Не, ну можно пока с рейсом поговорить, да, с рейсом. Station, Alfie. You've got to find the main panel. It's in one of the buildings. Ой, я цветочки нашел. Травник, иди быстрее. Где ты? Ты очень далеко. Я? Да. Тут цветочки нашел. Через почкой тащусь. Думал бы близко. А, все, я нашел место. Идите на меня. А вы чё, вы всех зомби поубивали? Чё их тут так? Я вообще никого не трогаю. Вот метка. Здесь очень, очень интересный баг.
Ёшь. Слышно, как ты по пробелу жмешь. Угу. То, что надо запрыгнуть в трубу. О, все. Я за картой. Где-то вот цветочки. Вот цветочки на камнях везет. Правда, они что-то ядовитые. Правильно. Это чтобы чужих убить. И что? Да. Отвлекся. А ты чё, Вер? Я думал, всё, это навсегда. Все. А, пошли, там ничего нет. Ай, нас убивают. А почему? Значит, надо убить предателя. У нас только один предатель теперь. О, зомбичка. Это я, что ли, всегда? Нет. Теперь ты не я, друг, привет. Какой? Что? Вы не прошли в трубу. Мы прошли в трубу. Да. Там ничего не нашли. Там ничего нет. Нет, надо. Ты будешь снаружи. Ты что вот? Ты просто будешь за картой. И нам это зачем? Не знаю. Не, вот, да. Ты все знаешь, типа, из-за этого тебе скучно. Тебе надо сменить игру. Да. На любую. Хочешь, могу стать Раисом. Мы хотим играть, а не изучать то, что нам не нужно. Баги. И не настолько сильно любим эту игру. У меня есть идея. Давай его выгоним. Я уже думаю, не нужно нам. Давай его тут закроем. Берем такую клетку, так закрываем и все. И все. Оставляем его тут и убегаем. Ладно, ладно, пойдем, вставай, блин. Пропускай. Нет. Пропускаем, мы можем пропустить тебя. И выгнать обратно. Оу. You have the look of the tower about you. What do you want? I'm here to make a deal. A deal. For Antazine, no doubt. Desperate times. And what do you offer in return? Your services? Your loyalty? Perhaps I should take both. Talk to Kari. He's one of ours. Do what he asks of you, and Rise will consider giving your people some antazin. Understood? I don't seem to have a choice. Perceptive. О, рука. А можно руку забрать? Да, можно забрать. Ауе. Кстати, как-то странно он ее отрубил. Почему? Не, обычно. Вот, нет, он, видишь, как бы переломал кости, но вот с другой стороны. Угу. То есть, и он еще кусок мяса также снизу отрезал. Как это вот? Вырвал. Вырвал. Ржавым тростниковым ножом? Да.
Ладно, типа он переломал бы. Нет, ладно, он бы отрубил, но тогда бы должен был бы срез достаточно ровный. Ну точно не так, не такой. Собрались профессионалы изучать, как отрубили руку. Да. У него 5 пальцев. О, блестит. Ну, твоей тенью. Да, кстати. Фаст-пуш. Сюжета. А чё мы... Да, мы сюжет дальше идём. Я встретил Райс, и Джейд прав, он психопат. Туда нельзя. Карим. Нет. I said you'd be coming by. I'm Karim. Crane. An American. I have an uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? I'm from Chicago. Okay, Al Capone. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where's that exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulators. Most of my men are too slow, too fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. If I do this, I'll get the antis in? That's between you and Rice. I know better than to speak for him. Just don't fail. Вот he doesn't handle this. Заходит Рейзбор. Вот он, вот свой. У него есть. Нет. Не очень. Ира. Куда ты все торопишься-то? Слушай, они не близнецы? Если только усы вот добавить. Так. Такие маски такое же. У меня некрасивое лицо. Эль Капоне. Давайте поспим, будем идти ночь. Даже выбора не дали. Что? Часа. Один час всего-то. Так еще бы. Знаете что, я хочу стать Раисом. Я буду Раисом. Раисом. Да. Ладно, чтоб ты не был Рисом. Так что, свяжись по ВГМ. Свяжись по ВГМ, да. Так, нам надо... Давайте откроем сейчас дочку. Вот. Я сначала становлюсь Раисом. Потом все остальное. Мы думаем по-другому. Чай быстро. Все, забьем. А, меня забивают. А, у безопасной зоны. Все. Не-не-не, я тебя не спасу. Там не будет теперь. А, все, мы тоже битвы.
Потому что мы сейчас далеко не заспали. А мы тут же заспались. Рейс летит к вам. В отрубленных руках. Ладно. А мы, вот, да, мы телохранители. Смотри, я Рейс. There's no question, that's Suleiman. Guy's a psychopath. He's gone from ruthless politician to fucking warlord. Is he aware of your affiliation with us? No, he thinks I'm just a guy from the tower. In fact, he's making me jump through hoops before he'll give me any antizin. Acknowledged. Continue to do as he asks. Remember, we need that file. Great. Crane out. Чем ты ночью? Или лучше электричество сейчас сесть открыть? Сейчас электричество, чтобы ночью опять не да. ждать. Когда поставить задание, я не знаю, кто. Exactly am I doing? Radio communication has been pretty spotty in the quarantine. These modulators will help boost the signal so Rise can communicate with Atlas at the far reaches of town. That's a benefit for everyone, not just Rise. Perhaps.